Главное место встречи лидеров продуктового рынка сегодня здесь, в Москве, на World Food 2022. Прямо сейчас со мной представитель компании РТП Александр Костров. Александр, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, о своей продукции, о своей компании. Мы являемся официальным представителем турецкого производителя «Мармара Берлик» в Российской Федерации. Это крупнейшая в Турции компания. Она является крупнейшим производителем натуральных столовых оливок в мире. Производит примерно 220 тонн оливок в сутки. Входит в число стратегических предприятий в Турции. Также в топ-300 крупнейших турецких предприятий по выручке. Экспортирует продукцию в 57 стран, в том числе и в Российскую Федерацию. Уникальностью данной продукции является в том, что она полностью натуральная, производится только после того, как оливка дорастает до своего черного цвета на ветке. Потом ее помещают в специальный раствор с морской солью. С 5 до 7 месяцев происходит процесс ферментации в специальных контейнерах. И после этого оливка становится готова к употреблению. Продукция относится к сегменту ЗОЖ, то есть это здоровое питание. Значит, так как оливка ферментизируется, в ней присутствуют все натуральные свойства, вещества. Значит, основной, наверное, момент в том, что содержит 25% оливкового масла, имеет очень, скажем, такой сильный компонент олеорупеин. Это очень, очень мощный антиоксидант, который препятствует старению организма. Кроме того, это снековая продукция для ежедневного употребления. Мы все привыкли к оливкам в рассоле, но это совершенно другое. Такие оливки потребляются на завтрак, к вину, к любому десерту, к любому другому, так сказать, блюду. И, то есть они предназначены для ежедневного рациона. «Мармара Берлик» имеет большой ассортимент, более 200 различных категорий оливок, оливкового масла, оливки вяленые, оливки со специями, оливки в соусе, паста из оливок, рафинированные, нерафинированные масла и так далее. Имеет стандарты качества, халяль, кошер, сертификат органического производства Турции «Арсер». Продукция имеет большие перспективы на российском рынке, так как прежде всего на рынок влияет засуха и неурожай в Испании и в Италии. Как вы знаете, сухая весна и жаркое лето привело к тому, что некоторые оливковые деревья так и не стали плодоносить. По оценкам Еврокомиссии, это крупнейшая засуха за последние 500 лет, при которой производство оливок оливкового масла в следующем году может сократиться на 50%. Кроме того, есть санкционный момент. У европейских производителей растут расходы то есть себестоимость на производство, увеличиваются транспортно-логистические затраты, усложняются расчеты в евро. Ничего такого у турецких поставщиков нет, поэтому мы увеличиваем рост поставок. Значит, наша продукция представлена в ряде крупнейших торговых сетей, среди которых «Магнит», «Глобус», «Азбука вкуса», «Магнолия». Значит, хотел бы обозначить вот этот вот товар. Значит, наш продукт относится к сегменту «Эконом». Значит, вот эта 200-граммовая упаковка стоит на полке «Магнита» 180 рублей. По сравнению с ненатуральной продукцией испанских производителей, она стоит примерно на 30% дешевле в пересчете на основной вес продукции. Что такое основной вес? Это только вес ягоды, куда не входит вес самого рассола и упаковки. Значит, мы ведем также переговоры с другими сетями крупными по заведению ассортимента в их матрицу. В полном комплекте, в ассортименте наша продукция представлена на маркетплейсах Озон Wildberries. Мы реализовываем свою продукцию через своих региональных партнеров, через оптово-розничный центр Food City. На выставке мы здесь для того, чтобы расширить клиентскую базу и повысить представленность этой марки для российского потребителя. Спасибо большое. Вот так видно, что готовились. Я даже не успел ни одного вопроса задать, но в конце все-таки спрошу. Выставка еще не закончена, и в любом случае какие-то промежуточные итоги есть. Есть ли они у вас? И поделитесь, пожалуйста. Да, действительно, мы участвуем регулярно в выставках. Для этого, как вы понимаете,
достаточно большое количество, скажем, покупателей приходят, рассматривают, скажем, продукцию. Эта продукция находится в начале сезона, как вы знаете, оливки прежде всего, это сезонный товар. Он начинается осенью, на пик выходит к зиме, завершает свою, так сказать, сезонность к маю. Поэтому сейчас у нас достаточно много потребителей, вернее, потенциальных покупателей из регионов. Обращалось за образцами несколько региональных сетей, и мы считаем, что выставка успешная. Спасибо большое. Тогда желаем вам успехов в достижении ваших целей. Спасибо, Вадим. Спасибо. До свидания.